Ребенок неожиданности Скеля, рожденная в тени предназначения, княжна Дейдра Адмейн. Она могла изменить свою судьбу, забыть о мести ради прощения, проявить доброту и человечность. Она не использовала возможность, выбрала месть и ненависть. Была ли она чудовищем или просто отравленной девчонкой? Шрамы Скеля, предупреждение судьбы или простое совпадение? Этого не знает никто. Правление Мервина Адмейна привело Каингорн к полному краху и сделало его полностью зависимым от Каэдвена.